преддверии Дня защитника Отечества в школе номер 3 состоялось торжественное мероприятие – встреча трех поколений, на которую были приглашены ветераны вооруженных сил, воины-интернационалисты. Для гостей праздника школьники подготовили большую творческую программу. Подробности в следующем материале. На торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, были приглашены почетные гости. Ветеран вооруженных сил Заури Шангелия, ветеран боевых действий в Афганистане Евгений Бесалый и участник второй чеченской кампании Алексей Курбанов. Защитники Отечества рассказали ребятам о своей службе в армии, о том, как приходилось защищать интересы Родины с оружием в руках. Евгений Бесалый в Афганистане прослужил 1 год и 7 месяцев, был командиром отделения, неоднократно попадал под обстрелы душманов. Когда попал в горячую точку, ему не было и 19 лет. Дети с интересом слушали рассказы воинов-интернационалистов и, конечно же, задавали им вопросы. А вам страшно было? Страшно, я думаю, всем было. Любая война – это всегда страшно. Это гибель боевых товарищей, горе матерей, память погибших солдат, отдавших свои жизни за Родину. Школьники почтили минуты молчания. Продолжилась торжественная встреча трех поколений праздничным концертом, который для почетных гостей подготовили учащиеся школы. Ребята исполняли песни военных лет, читали проникновенные стихи о войне. Наши девочки, платьица белые, раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки! Девочки, постарайтесь вернуться назад. Директор школы Татьяна Кириллова поблагодарила гостей праздника за то, что нашли время и встретились с ребятами, а самих школьников за прекрасно подготовленный концерт. Давайте, дети, будем помнить то время. Мы помним его из книг, мы помним его из фильмов. И уважать тех, кто завоевал нам вот это сладкое слово «мир», кто живет с нами и радуемся каждому солнечному дню. А было совсем военное время, совсем не так. Завершилось мероприятие торжественным присвоением классом имен героев Советского Союза и России. Для ребят это очень почетно и ответственно. Гордитесь именем того героя, который сегодня присвоено вам и будет его вручено. Я думаю, это свидетельство займет почетное место в уголках класса. И вы будете помнить об этом и стараться, конечно же, выполнять хорошо свой главный труд. Какой дети? Ученый, да? Я вам желаю в этом удачи. Итак, свидетельство о присвоении 3-му А-классу имени Героя Советского Союза генерал-майора Колесника Василия Васильевича. Имена героев были присвоены 9 классам. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».